Что-то я хотела показать окошко, и оно не показывается на этом самом, на телефоне старом. Снимаю. Ну вот так. Окошко у нас открытое. Так, вот так. Вот мои хорошие, 25% у меня поражение было. И я не пойму, откуда оно взялось, потому что я же голова болела, пила таблетки от головы. Я получилось, что начала у меня кашель. И я пошла, сама уже пошла. Такси взяла на скорую помощь, потому что приехала в субботу, вызвала скорую помощь в 17 вечера. Вечера, 5 часов. Они приехали 12 часов, посмеялись с меня. И это самое, мои хорошие. И что вы думаете? Посмеялись и поехали опять в Алушу. Вот так. А я осталась дома. А в воскресенье взяли мы, взяли скорую, это такси. Взяла я такси и поехала в Алушу на прием к врачу. Потому что ну, надо как-то было мне. Мне сделали флюшку, а флюшка показала поражение. Вот, поражение показало мне. Вот такие дела, мои хорошие. Потом сделали вот это самое, здесь то же самое показало. Вот, Симферополь. Осталась я одна в палате. Все у меня выписались. Вот он и такой, мои хорошие. Тут у нас, вот тут у нас, вот видите, как заходим. Тут же самая кровать. Обед. Ну, что вот такое, представьте. А я еще говорю, девочка, как же я буду та самая. Ну, одна. Ну. Конечно, страшноватенько, но ничего. Вот туалет. В общем, далеко никуда не ходим, девочки. Все рядом. В коридор мы не выходим, никуда не выходим. Вот это в Симферополе. Вот так. Вот такие мои хорошие. Что можно показать, ничего не покажешь хорошего. И не знаю, чем лечиться. Вообще не знаю, с чем лечиться. Не знаю, что они мне выпишут. Что они нам выпишут? Ну, тут у нас, знаете, тут все передают. Ну, короче, не знаю, что оно получится, мои хорошие. Как оно будет. Пришли, мне уже сделали в живот укол разрушающий. И этот давление померили. На палец одели фигню эту, посмотрели. А у меня 92. Пришлось мне одевать этот самый, одевать вот, видите, вот, одеваю. Ну что, мои хорошие, всем пока-пока, кто болеет, выздоравливаете, в том числе и мне.